Замечания, предупреждения и похвала в адрес родителей воспитанников одного из детских садов города. Сегодня сотрудники ДПС ГИБДД Симферополя проверяли, насколько безопасно перевозят детей в автомобилях. Ты на каком сидении обычно ездишь? На переднем или на заднем? В садике еду на переднем. Почему? И держусь. А почему? В садик именно на переднем. Мне папа разрешает. Потому что недалеко или почему? Недалеко. А когда далеко ездишь, ты на каком сидении ездишь? На заднем пристегиваюсь. Не в специальном кресле на переднем сидении автомобиля еще и не пристегнут. Так везут детей неосмотрительные родители в детский сад. А это далеко не безопасно. Дети поразъезжались и оставили у нас внучку. Я больной, если мне как довезти пешком, мы здесь пешком 200 метров. Ну, а ребенок? Ну, я взял на свой страх и риск. Вы понимаете, что вы в ответе за ребенка? Да. Да. Вы, как никто другой, являетесь примером для подражания. Да, и вы должны обеспечивать безопасность своему ребенку. Я понимаю, да, я учту это. Детей от рождения и до того, как они достигнут роста 150 сантиметров, необходимо перевозить в специальном автокресле. Оно полностью обезопасит путь для маленького пассажира, снизит вероятность смертельной травмы на 75%. Сегодня сотрудники ГИБДД предупреждают родителей и напоминают, часто именно по их неосторожности возникают риски. Я думаю, это поможет до кого-то из родителей достучаться. Внушить им, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, тем самым они обеспечат жизнь, здоровье и безопасные каникулы, и безопасное детство. Такие профилактические мероприятия – не новое явление. Ежедневно сотрудники ДПС будут контролировать ситуацию на дорогах, останавливать и проверять автомобили. К слову, если ребенок окажется не в кресле, придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. Так что родителям следует быть осмотрительнее и следить за безопасностью своих детей. Анастасия Калугина, Виталий Голубев, служба новостей ИТВ.